Меня зовут Оксана Смолянинова, я директор по развитию транспортной компании «Орион». За последние 3 года мы масштабировались в 15 раз. И на сегодняшний момент оборот нашей компании составляет 2,5 миллиарда рублей в год. Для нас это крутое достижение. А в какой-то момент во время масштабирования мы столкнулись с проблемами найма водительского состава. А именно в тот момент я начала внедрять тот самый Bittrex24, которому я очень благодарна, обожаю, за его простоту, понятность, за человечность. Я внедряла в компанию с большим трудом через заявление на стол руководителю, что или я увольняюсь, или мы совместными усилиями начинаем внедрять Bittrex24 во все отделы. В отделе рекрутинга у меня работают все в карточках, в CRM-системе. Девочки обзванивают кандидатов, переводят с этапа на этап. Дальше закрывают сделки, отправляют в отказы. Там же мы ведем аналитику и статистику. Сейчас у нас в ленте, в новостной ленте, раньше она называлась «Живой лентой», я ее просто обожаю, это некая внутренняя социальная сеть для наших сотрудников. Мы публикуем все новости. Родил, развелся, женился, занимаешься спортом и так далее. Изначально, конечно, все относились к этому скептически. Я скажу честно, что я посидела с внедрением Bittrex24. Есть все доказательства, этому могу предоставить. Доставить седину, вот. Но я считаю, что это крутой софт, который помогает бизнесу через шестеренки, поняв сам бизнес-процесс и логику, через шестеренки можно настроить самостоятельно. Это делаю я сама в компании, и в принципе я считаю, что разобравшись с этим софтом, открываются какие-то новые возможности. Это мега творческая история, которая помогает реализовать все твои какие-то процессы руководителя на момент контроля, да, что если что-то ты хочешь контролировать не на бумаге, не через видеокамеры, а через конкретную работу в софте, то Bittrex дает такую возможность контролировать своих сотрудников. Благодаря Bittrex24 я перевела всех рекрутеров на удаленную работу. Для меня это классный показатель. Еще 4 года назад я думала, это какой-то космос, это невозможно совершить. Я думала, что это как сальто, тройное сальто в воздухе сделать с места. Я собираю отчетность в Bittrex24. Я знаю, мы пользуемся календарем пересменок. Календарь пересменок в нашей компании является ключевым событием для всех отделов, где каждый может зайти, увидеть это событие, понять, кто меняется, на какое транспортное средство. Календарь мы используем не как стандартно, да, в переговорку забронировать, ну и в том числе и этот момент, а также для внутреннего пользования всех отделов. Мне кажется, вот эта выдумка моя, которая прям гениальна. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Но я хочу сказать большое спасибо разработчикам Bittrex. Вы делаете нужное, классное дело. Просто нужно больше информации для предпринимателей, рассказывать те самые плюшки, которые удается реализовать, и благодаря которым происходит оптимизация расходов в компании, а также рабочего времени, трудозатрат и так далее.